На ковре Б команда Азербайджана Имамов. Весовой категории до 51 килограмма. А в команде Азербайджана выступает Георгий Эмиширашвили, чемпион Европы. А в команде Молдовы Иван Занкира, серебряный призер чемпионата Европы. Весовой категории до 61 килограмма. Победитель первенства Европы среди юношей. А в команде Молдова Игорь Чичуон. Розовый призер чемпионата Европы. Весовой категории до 65 килограммов. Зелимхан Валиев. Розовый призер чемпионата Европы среди спортсменов до 23 лет. От команды Молдова Тони Степа. Серебряный призер первенства мира среди кадетов. Весовой категории до 70 килограммов встречается Мухтазалия Муслима. Дмитрий Маленков. 74 килограмма. Абубакар Абакаров. Обладатель Кубка мира и Евгений Недянко. Участник Олимпийских игр 2016 года. Весовая категория до 86 килограмма. Александр Гостиев. Призер чемпионата Европы. Павел Сила. Участник чемпионата Европы. Весовая категория до 97 килограммов. Чемпион Олимпийских игр. Чемпион мира Шариф Шарипов. Азербайджан. Дмитрий Чебуста. Серебряный призер юношеских Олимпийских игр 2014 года Молдова. 125 килограммов. Джамалудин Магомедов. Азербайджан. Призер чемпионатов Европы и мира. Джабраил Шабхан. Серебряный призер первенства мира среди юниоров. Тренеры Уравси Кумудов и Алим Абдулаев, Сергей Гурин и Алим Русу. На ковёрке приглашаются спортсмены весовой категории до 57 килограмм. Георгий Эмиширашвили, Азербайджан. Иван Зинкура, Молдова. Thank you.
на ковре Бенгарии, Георгий, Эйнштейн, Азербайджан. 1-0. Приглашаю государственные с собой категории до 51 килограмма. Алина Хинзаде, Азербайджан. Игорь Чичон, Молдова. На ковре, а победу одержал Асан Хусейн Батрутдинов.